щоб день минув швидко і легко, варто правильно його розпочинати. І сьогодні ми це зробимо за допомогою танців. З нами сьогодні тренер Анна Загреба. Що ми сьогодні танцюватимемо? Сьогодні ми продовжуємо изучати стиль вок і його подстиль фем. Ще пара елементів у нас залишилось на сьогодні. Ну що, розпочнімо? Будем изучать такой элемент, как duck walk. Нам необходимо присесть, выровнять спинку. Только за счет ровной спины и высоких полупальцев мы должны двигаться и не падать. Приподнимаемся, как будто бы мы скачем, как мячики. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Приподнимаемся и поднимаем ножки, стараемся при этом передвигаться немножко вперед. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, назад. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Сейчас мы изучим некоторые переходы из кэтвока в даквок для того, чтобы это выглядело красиво и эстетично. Начинаем с кэтвока с правой ножки. Делаем шаг. Раз, два, три. Дальше мы вместо четвертого шага делаем как бы такое, струшиваем с ножки. Четыре, сели, пять. Еще раз. Приготовились. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять. И дальше с правой ножки начинаем даквок. Шесть, семь, восемь. Поднялись. Раз. Еще раз пробуем. Раз, два, три, струсили, пять, шесть, семь, восемь. Руки на кэтвоке работают у нас на себя. Раз, два на плечи, струсили здесь, три, и четыре по ноге. Еще раз, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А ось і результат двох тренувань. Сподіваємось, і у вас так вийде. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и семь. Ранвей. Раз, два, три, поворот, пять, шесть, семь, поворот. Сегодня мы изучили такой элемент, как даквок и его вариации. Также мы их соединяли с кэтвоком и ранвеем. Вот. Главное не бояться и экспериментировать. И до следующей тренировки. Танцуйте разом с нами и танцы на світанку. Бажають вам гарного дня!